Так, вот луна 26 апреля утром 2021 года, к счастью, а не 1986. Уже за деревья прячется. Луна, к сожалению, только одно и видно, что облачность тоже. Не в нашу пользу. Помимо того, что и уже через плотные слои атмосферы смотрим на Луну, еще и облачка. Ну, хорошо так. Лучше, чем никак. Уже светает активно. Сейчас еще попробуем увидеть Юпитер, Сатурн уже за этой дымкой. И не видно, и не слышно, я бы так сказал. Облака выглядят как чубчик. Да, ну что, сегодня у Луны такая прическа. тысяч километров до Луны сейчас, и завтра, 27 числа, кому повезет с погодой, не пропустите, Луна будет на ближайшем расстоянии от Земли по своей орбите, в перигее. И кроме того, она будет полна. Так называемая суперлуния. Совершенно не астрономический термин. Но я из себя астронома и не корчу. Так что с большой радостью, если погодка позволит, поснимаю завтра перед сменой, после смены. Суперлуния. Слушай, я сейчас, наверное, переключусь на ISO-125, это ISO-400, и как-то из-за облаков вышла Луна, стало получше видно. Так, 20... Ой, ладно, не нравится.